Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективно и достоверно в программе «В центре внимания». Здравствуйте, у микрофона Шахадаца Ибназарова. Программа подготовлена Британским институтом по освещению войны и мира. В ближайшие несколько минут мы снова с вами поговорим о том, что важно. Какую одежду должна носить таджикская женщина? Европейскую, таджикскую или мусульманскую? Этот вопрос решают на самом высоком уровне. Власти Таджикистана сегодня ведут пропаганду о ношении национальной одежды. В стране объявлена война религиозным атрибутом. На рынках изымаются черные головные уборы и другая женская одежда черного цвета. На улицах страны останавливают женщин в хиджабе, проводят с ними разъяснительные беседы. Тему продолжит Михран Гестурсон. 25-летняя Мархабо носит хиджаб, считая это своим правом и выбором. Однако после того, как началась кампания против хиджабов, она все больше сталкивается с дискриминацией. Мне во многих местах говорят снять хиджаб. Я отвечаю, повесьте вывеску, что нельзя носить хиджаб, я сниму свой платок. Не то чтобы совсем отказываюсь снять платок, но именно там, где будет написано «нельзя», я сниму свой платок. Если нет ни единого закона об этом, почему я должна снимать свой платок? Мало ли кто и что говорит. Эксперты говорят, что действия таджикских властей, направленные против ношения мусульманских платков хиджабов, проводятся в рамках борьбы с радикализацией общества и сохранения светской формы правления. Правда, со стороны ответственных органов не определено, что является чужой, а что является традиционной одеждой таджикистанцев. Те, кто работает в государственных учреждениях, как правило, придерживаются европейского стиля в одежде. Однако, по словам главы комитета по делам женщин и семьи Дигул Косимзода, власти пропагандируют ту одежду, которую надевали предки таджиков. Уники мударман, бибиман, гузаштагониман бабаркар или восемилиманас. Одежда, которую носила моя мама, бабушка, мои предки, это и есть национальная одежда. И я всегда стараюсь надевать нашу традиционную одежду. Одежда черного цвета пришла к нам из Саудовской Аравии. Там ее надевают, чтобы защитить свое красивое лицо от ветра. Как сообщили в нашем Министерстве здравоохранения, через закрытую одежду не проходит воздух, что может привести к различным кожным заболеваниям. Поэтому надо беречь себя. Первая попытка запретить хиджабы была предпринята еще 10 лет назад, когда Министерство образования республики запретило носить их в учебных заведениях. Сегодня Таджикистан выступает против никаба – традиционной одежды арабских женщин, которая покрывает все лицо и не позволяет узнать человека. К другим видам ношения платка у таджикских властей претензий нет, говорит представитель Комитета по делам религии, упорядочению традиций и обычаев Хусейн Шокиров. Это чужая одежда, против которой не только наше государство, но и другие страны борются, чтобы предотвратить радикализм. Это та одежда, против которой сейчас выступают почти все государства. Черное одеяние прикрывает все лицо, пусть будет черным, но пусть будет видно лицо, тут нет проблем. Многие исследования показывают, что в основном такую одежду носят радикально настроенные люди. Милиция на постоянной основе стала проводить рейды в городах и районах страны. На пресс-конференции по итогам 2015 года управление милиции Хатлонской области рапортовало. Их сотрудники сбрили бороду около 13 тысяч мужчин. У около 2 тысяч девушек были изъяты хиджабы. Эти лица задерживались лишь для определения их личности, прокомментировал ситуацию министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода. Нет такого закона, в котором говорится о бритье бород. Однако из-за угроз, которые сейчас поступают, для того, чтобы обеспечить мир и стабильность в стране, проводится проверка документов. Когда лицо не похоже на фотографии в документах, мы обязаны задержать данного человека для выяснения личности. Мы не сбривали насильно бороды, не снимаем платки. Вы знаете, что некоторые преступники, мужчины, надевали хиджаб для того, чтобы сбежать. Все эти меры предпринимаются исключительно для обеспечения спокойствия населения страны. В последние годы в Таджикистане наметилась тенденция разделения женщин на тех, кто носит религиозную одежду, и тех, кто предпочитает носить европейскую либо традиционную таджикскую одежду. Это разделение может вызвать в обществе определенные трения на бытовом уровне, говорит Зульфия Собирова.
Почему, когда девушки надевают юбку, не говорят, что это не наша одежда, а европейская? Женщин в никабе в нашей стране не так много. Но спросите любую девушку, которая носит хиджаб. Хотя бы раз она испытывала давление на себе. Это неправильно, ведь у каждого свое мнение и вера. Допустим, сейчас один скажет «не носи юбку», второй «не надевай хиджаб». Тогда и начнутся трения в обществе. Разделение не приведет ни к чему хорошему. Ношение женщины хиджаба является одним из основных положений шариата. Житель Душанбе Самалидин Зафаров подчеркивает, что не следует из женщин в хиджабах делать образ врага. В конце-то концов, каждый волен по своему вкусу выбирать, что ему носить, чалму или тюбетейку, костюм или джинсы. Я считаю, что не хиджаб, а безработица может угрожать безопасности страны. Почему власти ничего не говорят о безработице, а тратят все свои силы на хиджаб и бороды? Жизнь сейчас очень сложная. Люди как-нибудь сами разберутся, что им носить. Никому не позволено диктовать условия, как одеваться, а как нет. Мировое сообщество поддерживает попытки таджикских властей в борьбе с радикализмом и экстремизмом. Однако эта борьба не должна ограничивать свободу граждан. По мнению аналитиков, сейчас властям важно предпринять такие шаги, которые можно было бы классифицировать как терпимость к религиозным чувствам при сохранении светских устоев страны. Мехрангез Турсунзуда, Душанбе. Уважаемые радиослушатели, если у вас есть какие-либо комментарии, вопросы или вы желаете рассказать о своей проблеме, вы можете позвонить на наш номер 44-640-10-11. Вы слушали программу, подготовленную Британским институтом по освещению войны и мира. У микрофона была Шахада Цейбназарова. Наши радиосюжеты и статьи вы можете найти на сайте в интернете www.iwpr.net или www.kabar.asia. А также на Фейсбуке вы можете посмотреть нашу страничку IWPR Таджикистан. Встретимся на этой же волне в то же время ровно через неделю. Мы снова с вами поговорим о том, что важно.